удобная ванна сразу с едой. Поплавал, покушал. Только уже много еды в бассейне. Наим как настоящий лебедь. Питается со дна. Кто такой котик? Вот, блин, тоже комбикорма хочется. А, все пришли сюда. Чешется. Давай почешу. Тут еще один страшный зверь. Щеночек выгуливается. Сначала Людня сорвалась. Да, кто такой радостный. Ох ты! Молодец! Гони его! Кунихот дает. Да что он охотится на лебедя? Людня нормально, а мелкий охотник. Классная! Давай еще! Давай еще. Боевая кошка. Прогнала. Ты-дын. Гони их. Защитница. Молодец. Ты молодец. Ты защитница моя. Да, боевая кошка. Главное не сила, а дух. Гони, гони его. Они обрадуются дождю. Мне было очень жарко. Аимчик. Он очень классно кошечку прогонял. Кошечка наглая. Думает, что ей все позволено. Ну, иди сюда. Кусь. Может, здесь я уже постоять. Еще одна наглая кошечка, но это уже поняла, что нельзя суваться. Какой классный дождик! Аим! Аим! И ты пришел, и ты пришел ко мне. Ну, ты мой хороший. Хороший, да? Ты на ручки хочешь? Ты мой хороший, ну, что делает? Все. Вот так вот, да? Вот так вот хорошо. Ты разговариваешь уже как настоящий лебедь. Так, а ты не пищишь, что ли, уже мне? А, пищишь. Ты молодец. Да. Вот так вот. Прижался на коленочки. Ирочка. Эй, какой.
все ты подержала. Кого, миску? Или, или... Миску. Давай. Коза ест картонные коробки. Коза съела пол перчатки резиновой. Да, я видела, это нехорошо, ты не оставляй. Но я просто тебе говорю. Я знаю, нельзя оставлять. Она вообще ненормальная. Нет, это козы так едят. Давай. Всякой такой нехорошей. Кабри. Тарелочку, да. Круто, надо же. Какие подарки неожиданные. В заросшей части двора. Ну, бандитка, что ты делаешь? Аню, скуси его. Бандит. О! Доля, иди сюда. Неуёмный. Теперь на козу нападает. Доля. Долю вроде уже не трогает лебедя. Ты, господи. Да, да, я пришла к тебе. Такой делаешь, а? Ты скрутился. Перебирает мне перышки. Я не спала. Любовь. Ой, ой, куда ж ты в костер ты зашел, дружище? Иди сюда. Котеночек играется и нападает на лебедя.
А лебедь защищается, сейчас увидишь. Смотри. Там-там-там. Лебедь-провокатор. Котик уже немного побаивается. Там-там-там. Что ж ты не нападаешь? Получил? Получил, котик? Получил? Котик с характером. Котик с характером такой. Болят. Вроде, ах ты, грязные уши. Артений даже уши не чистит. Так интересно, у лебедей сначала растет тушка, а крылышки такие маленькие. Это вот сейчас они только начали отрастать. Были вообще как у пингвинчика. И представляешь, они вырастают такими тяжелыми, там больше 10 килограмм. И крылья должны их держать в небе, когда они осенью полетят на юг. И я все думала, почему же крылья так долго не растут. А потом до меня дошло. Если бы сейчас пошли перья, а он же был маленький, и через месяц он, бац, он уже намного больше, а перышки-то маленькие останутся. Поэтому он сначала набирает размер, а потом уже крыло под туловище как бы быстренько отрастает со всеми перьями уже огромными. Не представляю, как такой ребеночек уже в сентябре, там, когда они улетают, в сентябре, в октябре должен лететь. Теплые края. Ты же от меня не улетишь, дружочек. Но он не улетит. Потому что... они могут взлететь только с воды. Хороший мой. Он любит так уткнуться. Вот так вот лежать. Да, все. Все. Уткнулся. Толстая попка, толстая мягкая попка. Все. Получил. Иди ко мне. Кс-кс. Теперь я в загоне сижу, а все снаружи. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда, котик. Аим, иди сюда. Иди ко мне. Ему достаточно рядышком быть. А совсем близко не особо подходит. Еще один идет житель. Ты зайдешь, да, ко мне? Ты зайдешь ко мне. Что тут? Комбикорм был вкусный. Для водоплавающих птиц. Водоплавающая птица. Покажи сиси. Сиси покажи.
Молоко когда будешь мне доить? Молоко где? Коза есть, молока нет. Фасоленка будем кормить. Давай, я тебе его подсажу, будешь мне кормить. Ну, коза. Будешь кормить косуленка или будешь бить его? Нафиг. Если бы я знала, что она будет выкармливать всех, хотя бы косулят. Ну, это вряд ли. А доить придется каждый день. Тихо, хорошо это. Надо посадить аимчика поплавать. Это жарко становится. Идти кормить птенцов. Что мы тут едим? Водопой. Какая полезная штука эти самки. Коза попьет. Лебедь искупается. А имчику уже мало такой бассейн. Умудряется даже кругами тут плавать и как-то хитро нырять. У нас теперь есть шланг. Не нужно таскать воду. Красавчик. Почему говорят, что гадкий утенок? Я думала, что когда перелиняет, подростковое перо будет гадким. Ну вот оно растет красивенько. Даже сейчас очень красиво, с хохолком.